столице состоялось 16-е заседание узбекско-японского и японско-узбекского комитета по экономическому сотрудничеству. В ходе переговоров обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего политико-дипломатического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Узбекско-японский и японско-узбекский комитеты по экономическому сотрудничеству играют важную роль в развитии отношений между двумя государствами. Последняя очная встреча прошла в 2019 году, а после была пандемия. И вот спустя 3 года коллеги и партнеры встретились в Ташкенте, чтобы с глазу на глаз сверить часы и определить, в каком направлении двигаться дальше. Узбекская сторона ознакомила присутствующих с экономическим курсом развития нашей страны, останавливаясь на сотрудничестве непосредственно с Японией. Так, за 9 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами увеличился на 30%. Только в этом году было создано 14 совместных предприятий в городе Ташкенте. Совместно с японской компанией создан цифровой университет, открыта гостиница с участием капитала страны-партнера. В ходе данной встречи были отмечены основные направления сотрудничества. Это IT и инновации, зеленая энергетика, электротехника и электроника, а также фармацевтика. В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений и 20-летие стратегического партнерства между нашими странами. Отрадно, что сегодня представители правительства и деловых кругов Узбекистана и Японии встретились в Ташкенте. Сложившиеся доверительные отношения на высшем уровне являются большим подспорьем для установления тесных контактов между бизнес-кругами. Большой импульс двустороннему сотрудничеству придал официальный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Японию, состоявшийся в декабре 2019 года. Несмотря на пандемию коронавируса, деловые круги двух стран не прекращали партнерство и двигались в направлении многопланового сотрудничества. Об этом говорят и положительные статистические данные. Количество совместных предприятий при участии японского капитала в Республике Узбекистан за последние годы выросло в 5 раз. Сегодня это более 50 совместных предприятий. Сегодня приехало там около сотни японских предпринимателей, представителей ведущих японских компаний по абсолютно разным направлениям. Японская сторона, она активна, она намерена сотрудничать с Узбекистаном, она верит в узбекскую экономику, доверяет созданным условиям и старается активно развиваться у нас в стране. Также в рамках заседания состоялась церемония подписания двусторонних документов и прошли B2B-встречи.